Такие люди обладают богатством идей, заботятся о своем внешнем виде. Какой бы род деятельности они ни выбрали, способность гениального предвидения событий и таинственная притягательность для других людей всегда будут на их стороне. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. В любви чаще всего выбирают одного партнера на всю жизнь, но с трудом могут сохранить семью, если им приходится разделять бытовые трудности. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Этим людям следует избегать мрачных, темных оттенков. Звук «О» не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Эти люди умеют организовать других людей. Это умы, стремящиеся к обобщениям, желающие постигнуть действительность в ее целостности. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Это люди одухотворенные, вдохновленные, тяготеющие к мистицизму. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.